приехал один. Сегодня у нас 8 августа. И чтобы люди сразу заметили эту надпись, что дно каменистое, пришил красное, бордовое и желтое. Иначе люди даже не заметят эту надпись, а на это обратят внимание. Точно так же и на той стороне, где надпись. Повесил вот такие тряпочки, пришил, не привязал, пришил. И вот наблюдаю теперь, как вода течет, вот где жердь идет, это русло. И видно, что тут мы можем кое-что поменять сейчас. Вот эти камни убрать, где жердь идет, заканчивается, и перенести влево. Поток, силу потока воды переместить прямо, как было намечено. А сейчас она просто, вода там разливается, и дальше неизвестно, как во время весеннего паводка она будет себя вести. Это вот вопрос. Вопрос. Попытка решить его положительно. Вот так. Здесь та же самая история.